Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас вот такой вот огромный заказ Faberlic по 15-му каталогу. Здесь много новинок, давайте скорее начинать. У меня здесь две коробочки, поэтому вот так все это выглядит. Мне моя Катюша-наставник все упаковала, положила вот такой вот вкусный батончик. Девчонки, мы с ней один уже попробовали на улице, в общем, попробовали один. Этих батончиков, так, что у нас с фокусом опять? Фокус. Их нет в каталоге, девчонки, но они есть на сайте, уже их можно заказать. 4 батончика стоят около 200 рублей. Я себе выбрала вот такой яблоко-облепиха инулин. Сейчас мы посмотрим с вами его код. Где он здесь, девчонки, видите? Вот он, 160-41. Состав у батончиков очень крутой, смотрите. Супер вообще. Так, и вот здесь две коробки. Ой, ой, и еще. А, здесь в отдельном пакетике колготки почему-то они были. Вот так вот, смотрите, как на почте. Так, и вот две коробочки. Сейчас я их достану. И мы их вместе с вами откроем. Я уже надрезала. Так, первая коробочка. Вот что тут у нас. У меня в заказике и одежда, девчонки, есть. Так, и второй. Так, ну и давайте по порядку. Вот как все упаковано, смотрите. Я заказала дочери колготки. Так, сейчас посмотрим их артикул. Тепленькие уже, ходить в школу. Опа, вот как они выглядят. Это 100DN, детские колготки из хлопка, серенькие, в горошек должны быть, по-моему. А я взяла размер 140-146, но на вырост пусть лучше будут больше, да? А здесь состав 82 хлопок, 8 полиэстер, 10 спандекс. Так, артикул колготочек 87-88-3. Так, давайте смотреть, как колготочки выглядят. Вот так они упакованы. Пошуршу немножко. И вот как выглядят сами колготки. 100D нормально как раз для школы, будет и не жарко. Вот такие вот в горошек, серенькие. Нормально, кстати, 140-146, хотя у нас ростовка сейчас 120 с чем-то, нормально будет. Вот такая пяточка обычная серенькая, носочек, смотрите, да, стандартный. Вот такие вот колготочки, тепленькие, хорошенькие, замечательно. Перед и зад. Две строчки, да, все как обычно. Хорошо тянутся. Хорошие колготочки. Я думаю, на наш рост будет как раз нормально. Повыше, потеплее, хорошо. Так, поехали дальше. Давайте с вами, раз начали с одежды, с нее и продолжим. Водолазка из рельефного трикотажа, девчонки. Вот так она выглядит. Цвет, по-моему, бордо. Если я не ошибаюсь, да, бордовый. Это размер 50-52. Я думаю, она должна быть мне сам раз. Похож, кстати, на вот этот цвет, да, который на мне сейчас. Артикул 85-0006. Так, смотрим, что она из себя представляет. Взяла себе сейчас пододевать самое то. Водолазочка, кстати, тоненькая, это хорошо, можно будет под теплую кофточку. Она, вы знаете, не такая вот вязка шерстяная, да, сейчас по составу, что у нас там. 46 модал, 46 хлопок, 8 эластан. Вот такой вот ворот красивый, девчонки. Достаточно длинная, длинный рукав. Faberlic. 2XL это получается написано на этикетке. Я сейчас ее одену, мы с вами посмотрим. Девчонки, ну класс. Прям мне нравится. Рукав, длина, все прекрасно. Цвет, да, кстати, как мой костюм, вот, который сейчас на мне был. А, горлышко, смотрите, какое. Все закрыто, здорово, отлично, хорошечно. Длина практически скрывает попу, с учетом того, что, да, 50-52. Но у меня верх 52. Все равно вот села хорошо в облипочку, плечи вроде на месте, да. Еще чуть-чуть подрастянется. Мне понравилось. Очень хорошая водолазочка. Очень приятная к телу, девчонки. Прям вот очень приятная. Она такая гладенькая. Да, и в то же время у нее вот он рельеф есть. Классный, красивый цвет. Прям я люблю бордо во всех его проявлениях. Мне очень понравилась. Хорошая водолазочка. Если получится, если не забуду, девчонки, сделаю вам вставку в полный рост, как она смотрится, какой она длинная. Поехали дальше. Заказала порошок Гринли. А в этот раз, почему Гринли, ну не знаю, потому что хочется поменять.
Порошок Гринли у нас заявлено как средство для стирки в жесткой воде, разработанное в Нидерландах. Нравится. Мы с вами тестировали эти порошки, сравнивали с порошком с нашим обычным классическим. Этот отстирывал лучше. Я вам видео прикреплю в инфобоксе, где мы сравнивали эти порошочки. Устраняет желтизну. Здесь есть безопасный оптический отбеливатель. Я взяла именно для светлых тканей. Я всегда беру для светлых. Вот так он здесь в пачке. И вот такая мерная ложечка. Но я ее никогда не использую. Мне это крайне неудобно. Я беру ложку от стандартного классического нашего порошка. Порошки у Faberlic сейчас классные, мне нравятся. Не то, что прошлая версия, отстирывают изумительно, я их очень люблю. Для тех, кто не знает, как отстирывать порошками обычными классическими в синей упаковке, при жесткой воде, у кого неплохо отстирывают, я прикреплю тоже видео в инфобоксе, лайфхак с порошком, как сделать так, чтобы он лучше отстирывал. Да? Со мной этим лайфхаком поделилась одна подписчица, я поделилась с вами. Так, дальше, что у нас тут? Ой, в отдельном прям большом пакетике, девчонки, новинка этого каталога. Это новый БАД «Секреты Востока». Вот так выглядит баночка. Артикул его 15710. Я вам не сказала артикул порошка. Так. 118,91. Давайте посмотрим с вами на эти БАДы. Заслюдировано все. Зафольгировано, точнее, девчонки. И вот они, смотрите. Я поизучала состав. Состав здесь на самом деле хороший. Семена черного тмина, хельбы или пажитник по-другому, корень кыст аль хинди в скобках костус, антиокислитель, оболочка капсулы желатиново-глицеринованная. Все, весь состав. Кому интересно, почитайте в интернете, что, как работают семена черного тмина и семена пажитника. На самом деле уникальные продукты. Вот как выглядит капсула, я сейчас покажу вам все поближе. Продукты на самом деле уникальные, они для нормализации женского гормонального фона и для повышения защитных сил организма, то бишь иммунитета. Да? Сейчас покажу вам эту баночку поближе, мне очень интересно. Я, кстати, задала вопрос службу поддержки по поводу того, можно ли применять детям. Мне ответили, что официально с 18 лет. Как бы, а все остальное на ваше усмотрение. Я не знаю, я посмотрю, может быть, дам ей одну капсулку, понаблюдаю, как ее организм отреагирует. Нужно почитать про черный тмин еще, как бы можно его детям или нет. В принципе, здесь ничего такого нету. Но тмин и тмин, тмин у нас бывает в каких-то там кондитерских изделиях, да, и ребенок кушает, и ничего. В общем, надо посмотреть. А взрослому вообще надо применять по две капсулы в день. Вот как выглядит баночка, и вот как выглядят сами капсулки, девчонки. Смотрите, какие большие. Прям у кого трудности с глотательным рефлексом, прям одну будет тяжело проглотить, а две тем более такие крупненькие. Вот состав, смотрите, кому интересно, и вся информация. Слушайте, какая водолазка комфортная, прям вообще здорово. Так, дальше погнали, девчонки. У меня знакомая заказала крем с жемчужным эффектом. Она попробовала мой, ей понравился. Она захотела на дневной основе себе вот такой вот продукт. Мы с вами уже его тестили. 13-11 его артикул. Они вообще по своим свойствам, что крем, что жидкий патч, очень схожи. У обоих есть такие частички перламутровый в составе, когда вы наносите на лицо этот крем, то как будто такое внутреннее сияние, вы знаете, красивое. Крем не сильно утяжеляет жирную комбинированную кожу, то есть можно дневную основу, в принципе, и для жирной кожи, подходит хорошо. Хороший крем, и здесь еще в составе в этой линейке витамин С, а витамин С у нас, как известно, очень хороший омолаживающий компонент. Поэтому и как омолаживающий крем он тоже работает. Так, девчонки, дальше заказала новинку из линеечки «Эксперт». Это у нас стоп морщинам шприц. Мы с вами обязательно в следующем видео будем все новинки тестировать наглядно на лице. Стоп морщинам. Я не стала брать от глубоких морщин, потому что у меня их нет. Взяла вот такой. Здесь у нас, естественно, комплекс Новафтем, Синэйк высокотехнологичный, пептидный комплекс, альтернатива ботоксу, девчонки. Сантас, криволюционные ингредиенты, укрепляют кожу, отвечают за прочность дермально-эпидермального соединения. Новафтем, витамин Е, масло ши. Класс. Класс состав, девчонки. Здесь все запечатано, прям так добротно. Так, где мои ножнички? Все, ножницы пропали. Сейчас будем рвать. Разорвала. Во какой шприц. Слушайте, достаточно большой объем для коррекции именно тех зон, в которых у нас есть морщины. Опа-на, смотрите, как интересно. Так, ну что, попробовать выдавить уже или что? Ой. Ой, девчонки, надо инструкцию читать. Нет, это силиконовая заглушечка, смотрите, вот так стояла еще крышечка. И теперь можно давить. Не, ничего не давится. Может, как-то нужно его открывать сначала? Что-то у меня... А, вот, начало давиться.
Начало давиться, нажимаем на поршень и покачать может немножко. Сейчас попробуем, девчонки, выйдет крем. Что-то у меня ничего не выходит. Брызнул, господи, прям на брюки. Смотрите, вот такой вот белый крем. Ой, вообще. Цирк. Прям на штаны. Вот такой вот белесый кремушек, да? И он у нас имеет характерный запах линеечки. Вот этот эксперт очень приятный, деликатный, нежный, еле уловимая душка. Давайте какие-нибудь морщины смажем, раз выдавили. Да? Пусть разглаживаются. Сделаем себе ботокс. Альтернативу ботокса, да? У меня есть ярко выраженная на лбу морщина, но сейчас я сделала корейский уход, поэтому ее не видно, кожа разгладилась, а так она у меня ярко выражена вот так на лбу. Будем с вами на ней тестировать этот шприц в следующем видео. Текстура достаточно легкая, впитывается, не скажу, что быстро. Способ применения у нас: нанесите на морщины в области глаз, носогубных складок, лба и между бровями утром или и вечером. То есть можно два раза в день. Сверху используйте ваш обычный крем для лица. Вот так, девочки. Сейчас покажу вам этот шприц поближе. Вот состав, кому интересно. Фокус, фокус, фокус. Смотрите. Информация. Что ты засвечиваешь так коробочку? Способ применения. Вот сам шприц. Ну что у меня со светом-то, девчонки? О, вот сам шприц. Концентрат для лица. То есть сверху колпачок. Потом вот эта силиконовая заглушечка. И потом уже давим, и вот он, беленький крем, там уже в шприце у нас, собственно говоря, и есть. И вот теперь состав лучше видно. Вот так. Так, поехали дальше. Смотрите, в отдельном тоже пакетике, прямо на пакетике Фаберлик щедрый. Ой, здорово, как молодцы. Я заказала вот такой вот травяной сбор. Это у нас диабетический травяной сбор. Контроль сахара в крови, да, я взяла его маме. Здесь у нас состав трава. Галеги, створки, фасоли, побеги, черники, листья земляники, цветы ромашки, трава шалфея, хвоща и стевии. Вот стевия, кстати, это хорошо. Я взяла для мамы, потому что у нее бывает периодически сахар повышенный в крови. Отправиться к ней. Так, и я вам опять не сказала, девчонки, артикул вот этого шприца. Артикул 3070. Так, и еще в отдельном пакетике получается серия «Дом». Зашуршала я вас сегодня. Все достаем, убираем. Это спрей-освежитель водный для дома с ягодками, с зимними ягодками. Заказала знакомая, 112-33, тоже его брала. Достаточно приятный, особенно на холодное время года, согревающий аромат. Спрей безопасный, у них есть фиксатор. Они водные, безопасны для животных, для детей. В общем, красота. Тоже всегда беру, парочка в запасе. Еще вот таких два средства универсальных концентрированных. Это у нас средство для полов и стен. У меня закончилось средство для полов, поэтому я взяла себе, и девочка тоже себе заказала. Я первый раз беру Фаберлик, средство для мытья полов на самом деле. 112-17. За все годы, что я Фаберлик, добралась до него первый раз. Пахнет приятно. Освежающая какая-то зеленью такая душка. Мне нравится. Буду мыть полы, посмотрю, оставляет разводы или нет, девчонки. И вам обязательно отзыв в Инстаграм накатаю. Или оставлю отзыв на Ютубе в сюжетах. Кто не знает, девчонки, что такое сюжет, я вам короткие ролики по продуктам, на какие-то продукты оставляю отзывы. Да? Это сюжеты, как сторис в Инстаграм. Я так поняла, что многие из вас, девчонки, все равно не разобрались, что это такое, где это посмотрите. Я вам постараюсь в ближайшие дни прям вот маленький короткий ролик сниму, где найти сюжеты. То есть на моем канале теперь доступны не только видео, да, вот эти, а есть еще и короткие ролики сюжеты. Я вам там на отдельные продукты снимаю короткие отзывы. Вот, поэтому я вам обязательно сниму и покажу, где найти эти сюжеты. Взяла краску для себя 7.1 для корней. Она темнее, чем выглядит на самом деле упаковки, она как темно-русый цвет. 7.1 пепельный блондин, артикул 180-38. Краску эту брала раньше на постоянной основе, на корни, а на длину 9.1. В прошлом году я красила Сементаг, это очень красивый, благородный пепельный оттенок. Краска Эксперт закрашивает седину, краска Эксперт стойкая, мне очень нравится и по цене приятная, почему бы нет. По-моему, Эксперт сейчас с перчатками, если я не ошибаюсь, наклейки нет. А, нет, да, с перчатками. Некоторые краски приходят сейчас без перчатки. Я не знаю, в связи с чем это Фаберлик связано. И когда-нибудь без перчаток на коробке наклейка. Здесь перчатки есть, хорошо. Хотя у меня их всегда так дома много. Вот, в общем, краска крутая, рекомендую. Так, дальше поехали. Новиночки, 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 девочки. Новая серия Энфо. Как же она называется у нас правильно? Энфо. Не помню, девчонки. Хоть написали бы расшифровочку здесь. Нету расшифровки. В общем,
Из этой новой линейки я взяла целых 4 средства. В следующем видео будем с вами тестить. Первый продукт — это у нас лосьон от черных точек. Вот как он выглядит. Здесь у нас 100 мл. Да, артикул 0468. 4 в одном. Давайте понюхаем. Вкусно пахнет. Фруктовая какая-то отдушка. Спирта вообще не чувствуется. Способствует удалению черных точек, эффективно очищает поры, снижает выработку сербума, увлажняет кожу. А вот эта линейка, я про нее смотрела у Римы Корнеевой видео. Она, девчонки, еще и как антивозрастная. Она может быть использована, конечно, в 20 лет. Я не знаю насчет подросткового возраста, возможно, тоже можно. Но вообще здесь есть компоненты, которые решают возрастные изменения кожи. То есть для возрастной кожи жирный комбинированный, вот эта линейка, вот так. Так, дальше, следующий продукт у нас, это маска очищающая, артикул ее 0467, она у нас приходит запечатанная, мы с вами ее, конечно, распечатаем и посмотрим сейчас хотя бы на ручки, а так в следующем видео все протестим. Смотрите, вот такая беленькая, и здесь есть частички, по консистенции своей она похожа на скатку ICOL, девчонки, здесь есть частички мелкие, их много. Эту маску мы можем абсолютно точно использовать как умывашку. Запах классной линейки, мне очень нравится. Как умывашку, как маску, как скрабик, да? Вот это все мы можем использовать. 4 в одном. Гель-пенка очищающая, следующий продукт. Артикул 0466. Тоже приходит запечатанная. Гель-пенка. Вот она у нас прозрачная. Даже не видно на руке, да? Но я думаю, она будет... вспениваться, да. Видите, как хорошо она вспенивается. В руках вспенили и... классный запах серии. И на кожу нанесли. И следующий продукт — крем матирующий, девчонки. 0469. Тоже запечатанный. Так. Тут у меня остались катышки от маски. Вот такой вот кремушек. Запах такой же. Очень легенький. На коже тает, прям превращается в водичку. Очень приятная консистенция. Faberlic вообще мало тяжелых кремов, все в основном легенькие. Запах на коже от крема раскрывается великолепно. Отдушка достаточно яркая. Для тех, кто не любит яркую отдушку, это не ваша песня, я люблю. Но она быстро испаряется, приглушается, да? Комфортный, комфортный кремушек. Будем пробовать с вами на лице. Девчонки, кто помнит или видел, как называется эта линейка, напишите. Энфо... В общем, они сократили, а название полное даже на упаковках и не написали, как она называется. Я забыла, я смотрела, очень интересное название такое завуалированное вот в эти буквы. Ну ладно. Тут тасманский у нас перец и цинк есть в составе во всей этой линейке. Так, поехали дальше. Я повторила покупку, взяла маску сливки Биомика. Девчонки, мне очень понравилось. Как мне не понравилась мицеллярная вода, которая вырви глаз, так же мне сильно понравилась вот эта масочка сливки. Артикул 1251, она очень крутая. Это действительно сливки, она беленькая такая, классная вообще. Обожаю. Так, она у нас здесь запечатанная, пока открывать не буду. В общем, рекомендую. Для любого типа кожи абсолютно, девчонки, маска великолепная. Так, дальше поехали. Новиночки, еще новиночки. Я взяла себе из обновленной серии Beauty Cafe, хотя я не любила старую, не очень мне, я думаю, понравится новая, но хочется, хочется все равно вместе с вами потестировать, чтобы вы понимали, что это такое. Так, первый продукт, это у нас гель для душа черничный капкейк, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Оформление, конечно, сейчас красивое, гораздо лучше, чем было. Здесь 200 мл и артикул 25-00. Давайте нюхать. Продукт гелевый, вот такого красивого цвета, прям черничного. И пахнет очень вкусно. Нет здесь выпечки вот этой, слава богу. Здесь есть кислая черничка. С кислиночкой немножко. Очень вкусный аромат, девчонки, понравился. Одобряю. Вкусный, очень вкусный. Черничка, выпечки не чувствуется совсем. Вот запах капкейк, нет такого. Что-то было у нас розовая линейка в Beauty Cafe, там что-то с печенькой или что-то такое, там чувствовалось. Здесь нет. Классно, я рада. Так, второй продукт, девчонки, это баттер, по-моему, у нас для тела. Суфле для тела. Сейчас скажу, как правильно называется. Малиновый мильфей. А какие названия, девчонки, ну просто с ума сойти. Малиновый мильфей у нас под артикулом 1919. Вот как выглядит мильфей. Он такой розовенький. Так, сначала хотела скрабик взять, потом решила, что скрабов у меня сейчас достаточно для тела. Надо взять, попробовать мильфей. Сейчас мы с вами откроем. Слушайте, это прям действительно суфле. Смотрите. Оно еще так вот перекатывается, такое вот прям дергается, как слайм.
Тоже классный запах, девчонки. Не чувствую никакой выпечки. Чувствую малинку. И опять какая-то освежающая нотка. Это круто. Какая-то вот очень освежающая. Свежая, освежающая такая малинка. Вот так бы я описала. Сейчас вот тут вот возьмем с вами. Попробуем на ручке. Тает на коже быстро. Достаточно легенький запах, потрясающий. Молодцы, молодцы. Фаберлик лучше, чем предыдущая линейка, однозначно. Ой, как классно. И приторность, сладкость немножко на коже уходит, и остается вот эта вот свежесть. Здорово. Одобрямс. Девчонки, одобрямс. Ручка стала гладенькая, напитанная. Здорово. Тоже с вами протестим как следует в следующем видео. Так, и третий продукт я взяла. Мне не захотелось брать банан. Я подумала, что он будет совсем приторным. Это у нас лаймовый сорбет, питательный крем для рук, девчонки. Вот какой красивый. Артикул его 2555. Приходит запечатанный. Давайте его скорее потестим. Очень интересно аромат. Крем достаточно плотный. Да, видите, плотный, прям плотный. Слушайте, а круто. Тоже нет сладости, приторности. Лаймовый сорбет, но я чувствую один лайм. Освежающий опять лайм. Классно, приторности нет. Смотрите, по коже распределяется. Впитывается, и текстура действительно питательная. Силикончика положили много. Ручки сразу гладенькие прям. Ой, как здорово. Классный аромат. Вот, девчонки, все три аромата одобряю. Прям вот все три. Все три очень интересные и абсолютно неприторные. Если малина кажется вначале немножко приторной, то потом на коже она приобретает более свежий аромат. Здорово. Одушки все выражены ярко. Ой, здорово как. Да, силикона в этих кремах много, я такие люблю, мне такие подходят, у меня сохнет кутикула, поэтому здорово, рада, что взяла этот кремушек. В общем, новинкам пока тоже ставлю пятерку и за ароматы, и за текстуру, но мы обязательно будем с вами их пробовать дальше и тестировать. И уже окончательные отзывы готовить, да? Еще новиночки, это средство для депиляции и после депиляции, обновленная линеечка. Первый продукт, гель для бритья орхидеи и масло, мне очень понравилось, Муру-Муру. Масло Муру-Муру. Вообще класс. Экстракт орхидеи. Это здорово. Он успокаивающе, по-моему, действует на кожу. Артикул 2571. Вот такой гель для бритья. Он пришел у нас запечатанный. Я его тоже обязательно попробую. И отзыв уже свой составлю. Он приходит у нас заслюдированный, девчонки. Сейчас я его открою. Все равно. Даже без ножниц. Опа, открыла. Так. Гель сиреневый. Видите, легкий-легкий оттеночек сиреневого. Сейчас будем тестить аромат. Уже не знаю, где мне намазаться. Я везде пахну серией Beauty Cafe. Тоже свежий аромат зеленой травы у меня сегодня везде, девчонки. Освежающий аромат, одушка еле уловимая, не так ярко выражена, как в Beauty Cafe. Для меня запах скошенной травы, девчонки, вообще. Вот ей-богу, я не знаю, честно. Гель очень плотный. Чем-нибудь его стереть бы с руки. Прям очень плотный. Консистенция такая. Мне кажется, расход будет минимальный. Так, и следующий продукт, который у нас тоже заслюдирован. Это, девчонки, крем после бритья и депиляции. Мне мой наставник говорил, что он очень круто работает против росших волосков. А у меня иногда такое бывает после депилятора. Поэтому буду тестировать. Посмотрю. 2572 артикул. Орхидеи, масло Муру-Муру. Здесь тоже это вообще класс. Так, кремушек у нас. Ну, он такой белесый, с еле уловимым, тоже сиреневым таким отливом, девчонки. Еле-еле уловим. Кремушек попробуем. Видите? На коже начинает таять. Достаточно увлажняющий такой текстура. Немножечко такая, не жирненькая, но питательная. Здесь более ярко выражена одушка. И уже скошенной травы, да, и какого-то парфюма. Не пойму. Есть небольшая нотка горечи, но она очень приятная. Посмотрим, как будет работать, девчонки. Особенно после депилятора мне интересно. Так, и два продукта осталось, которые хочу вам показать. Я взяла еще раз крем. О, крем. Лак для ногтей. Теперь пользуюсь лаками для ногтей, да, представляете? Так, лак для ногтей. Артикул 7523. Взяла посветлее, нежели предыдущий. Название оттенка на коробочке, девчонки, нету. 7523. Это типа гелевое покрытие, наверное, он называется. Вот так выглядит флакончик. И вот сам цвет. Такой светленький, да? Ну,
под кожу с легким оттенком такого персика. Камера вам высветляет, я вам сейчас покажу с другой стороны. Легким... Вот, девчонки, смотрите, какой оттенок. Фокус, фокус. Вот такой вот персиковый, красивый. Персиковый, красивый такой оттеночек. Я обязательно сегодня или завтра сделаю маникюр. Я уже ногти свои подготовила, может быть, прямо сейчас. И вам в сюжете отзыв свой опубликую. Мне нравятся эти лаки, они мне действительно понравились. Я как делаю? Первый слой наносила, ходила с ним 3 дня. Я мою посуду без перчаток и убираюсь. И через 3 дня где-то у меня по краешку начинает на некоторых ноготочках немножечко облупляться. Видно только, когда приглядишься. И я наносила второй слой. Первый слой не полосит, он очень круто пигментирован, что ли, скажем так. То есть с первого слоя покрытие очень ровное, красивое и насыщенное. И потом наношу второй слой через 3 дня и хожу еще 3 дня. И так хожу неделю. Я спрашивала у вас отзыв про топ, да, про покрытие топовое этой же серии, артикул 7333. И многие девочки мне написали, что он крутой, действительно крутой. И с ним даже одна девчонка написала мне, что ходила неделю. Я думаю, ну, надо брать, значит. Вот так же он выглядит. И сейчас я попробую, наверное, в один слой с топом. Вот такой прозрачный. Кисточки более-менее, конечно, у Faberlic. Они относительно ровненькие такие все, да. Не торчат волоски. А, но они очень большие. Мне как-то вот ногтевую пластину покрывать такой широкой неудобно. Но у меня есть другие кисти. Ну и этой можно. Я просто, наверное, я, наверное, отвыкла от обычных лаков. Надо просто приловчиться. Пластину ногтевую лак со второго слоя очень круто выравнивает. Можно поиграться, как с гель-лаком, положить большую капельку, выровнять, придать форму красивую. То есть это все с вот этими лаками реально. Поэтому понравилось, очень понравилось. Буду брать еще даже какие-нибудь оттенки. Так, ну и все, мои красотки. Остался только каталог. Каталог я уже в интернете посмотрела. И здесь опять куча новинок. Это можно просто с ума сойти. Посмотрите, какая крутая палетка будет за регистрацию новичкам. Со следующего как раз каталога, 16-го, мы с вами можем один продукт брать со скидкой 70%. Эта палетка, она представлена в каталоге. Я думаю, вот ее я, скорее всего, со скидкой 70% от черной цены возьму, потому что мне очень нравятся оттенки, которые все здесь представлены. Как я люблю вот эти 2 оттенка, они вообще сейчас самые трендовые. Я люблю такие цвета использовать в макияже. Вообще огонь. Новинок здесь тьма. Кто еще не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Я с вами свяжусь, буду вашим наставником. Будем общаться, делиться мнениями и отзывами. Ну, а на этой ноте я с вами прощаюсь. Всех люблю, целую. Надеюсь, что была вам полезна. Если так, обязательно ставьте лайк. Всем пока-пока.